Через месяц открывается горячий сезон в визовых отделах посольств США в разных странах СНГ. И мы продолжаем наш обзор по свободным датам записи на собеседование, статистикам положительных решений, загрузкам консульств в Таджикистане, Казахстане, Украине. Также рассмотрим альтернативные варианты в Чехии, Финляндии и Австрии. Если вы из Узбекистана или Кыргызстана, рекомендуем посмотреть первую часть обзора. В YouTube-окошко ссылка всплывет в конце этого видео. В Instagram TV скинем ссылку в директ по запросу. Напоминаем, что мы профессионально занимаемся оказанием услуг в визовой сфере более 10 лет, имеем лицензию и официальную компанию. Нашим медийным ресурсам не менее 4 лет. Вы легко найдете видеоотзывы с 2016 по 2020 год включительно. Итак, Таджикистан, Душанбе, консульство США. Открыта запись на интервью 17 марта на весь месяц. Казахстан, Алма-Ата. С 1 апреля до конца июня каждый понедельник, среда и пятница. Обратите внимание, в Казахстане посольство США принимает заявки на визу только от граждан Казахстана. Чехия, Прага. Открыта дата с 3 марта на весь месяц. Подавать можно гражданам СНГ по обычной турвизе. Финляндия, Хельсинки. С 16 июля свободные даты до конца августа. Австрия, Вена. С 19 марта можно легко приехать и подать на визу в США из любой страны СНГ. Украина, Киев. С 3 марта весь март, апрель и май. Удачи вам в эмиграции и положительных решений по визе!